Ja, doch. Высоцкого. Макс поет для вас песню Владимира Семеновича Высоцкого. Генеральный бой. Нынче же оловянные солдатики здесь на старой карте стали шой. Ну теперь у зонтил за казарме их только двойне, как на войне. Падают бойцы в обеих армиях, поле в ну на каждой стороне. И какая к дьяволу стратегия, и какая тактика к чертям. Восталась нейтральная Норвегия ордом оловянных египтян. Левой рукой скандивания лишена престижа своего, но рука лишительная правая вмиг восстановила статус-кво. Может быть, пробел в воспитании и в образовании слабина, но не может выбрать компании та или другая сторона. Совести проблемы окаянные, как перед собой не согрешить. Тут и там солдаты оловянные, как лечить, кто должен победить. Нервничает полководец маленький, не посильный ношей отягчен. Видящий громадные начальники, шестилетний мой Наполеон. Где великие омские гении, или вам является недосуг? Где вы, проигравшие сражения, просто не испытывая мук? Или вы, несущие в цезалю бит побед трумнов и могил? Где вы, упомянья цезалю, что пришел, увидел, победил? Чтобы прекратить это мучительное мучение, ровно половину тех солдат я покрасил синим шика гения. Утром изучение лежат. Я грызу с успехами такими, но мысленно на стиху меня гнетет. Как лишь в гонку все погибли именно синие, а не наоборот.